Так, ребята, всем привет, с вами Гуф-Гуф, и сейчас, ребят, я хочу вас попросить угадать, в какой игре я сейчас нахожусь. Ну, мне кажется, по персонажу вы угадали, да, ребят, я сейчас в каком-то кор-режиме. Но, ребят, это не кор-режим, я просто сейчас нахожусь в меню. Вы видите, какое крутое меню в этом, ребята, движке? Блин, вот прям вот играя за вот этого челика, я могу просто взять сейчас и выбрать себе режим. Вот, ну, тут, например, есть вот такие вот разные режимы. Например, Timber Event. Это что за? Timber Tycoon. О, давайте в Tycoon сейчас какой-то поиграем. Или Змейка, Балун Симулятор. Кстати, этот симулятор я знаю. Он очень сильно похож на симулятор жвачки в Роблоксе. Есть вот такой вот мини-гольф. Также я видел в Роблоксе такой режим. Dead Run. Просто бежать и не останавливаться. Ну, похожего в Роблоксе я не видел, к сожалению. Крафт Эмпайр, ну такое себе. Реновайтинг Херс. Это, походу, какая-то очень крутая игра. Типа что-то прохождение. Ну, пока что это делать не будем, проходить не будем. Speed Mania. Тоже надо что-то на скорость. Холи Магнат. А вот это уже я знаю. Это наш любимый симулятор пчеловода. Я хотел в Tycoon поиграть, давайте мы сейчас в Tycoon поиграем, это самые такие легкие режимы, где не нужно напрягаться, тут просто встаешь, все за тебя делается, просто нужно нажимать на кнопочки, все, ого, быстро мы загрузились, собери деревья, продай их и улучши свое снаряжение, ага, нажми Т, чтобы открыть эту менюшку, ладно, Tab, чтобы скрыть эту менюшку и квест, вау! Нифига себе, дерево свалили. Ладно, давайте так. Мы сейчас берем какой-то топорик. А, топорик у нас уже в руке. И сейчас нам нужно, ребят, поговорить с вот этим Билли Бонка. Билли Бонка. Очень похожее имя на одного персонажа из фильмов. Это Вилли Вонка. Помните «Шоколадную фабрику»? Такой фильм был. Очень я любил его в детстве смотреть. Сейчас даже не знаю, показывают его по телевизору или нет. Well, hello. Ну что ж, привет. Это я, Вилли Вонка. Билли Вонка. Билли Хонка, Чебонка. Короче, ребят, он что-то хочет от меня. Что? Тут, короче, надо, ребята, знать английский, чтобы с ними общаться. И чтобы понимать, что он хочет. Я так понял, что он какой-то сейчас квест мне даст. Ну ладно, давайте сейчас закончим диалог. Вижу, он очень сильно любит болтать. Я особо не проявляю интереса. Ладно, давайте вот этого танцора мы оставим в покое. Пускай танцует дальше. А мы, ребят, сейчас будем играть в Tycoon. Так, рубим деревья. Как уз... О, плюс одно дерево. Крутяк. Идем какие-то слабенькие деревья бить. Ну вот, честно, ну, вроде бы прикольно. Графика все на высшем уровне. Но вот с анимацией ребята немножечко прохалявили. Блин, что такое... сложное дерево. А, вот, хп пишет. 75 хп. Ладно, сейчас мы его снесем. Еще пару ударов. Не, ну, ребят, этот Tycoon вообще не похож на Tycoon, которые я играл в Роблоксе. В Роблоксе просто ходишь, встаешь по кнопочкам и все, и там все за тебя делается. А тут нужно все самому, вот смотрите, рубить, собирать. Кстати, я знаю такой Tycoon, очень похожий в Роблоксе. Я уже вроде бы в него играл, а Timber Tycoon вроде бы называется или как? А, кстати, этот вроде бы так же называется, не? Timber Tycoon. Там, где нужно деревья рубить, строить свою базу. Я помню, я снимал однажды ролик. Ну, даже не знаю, серьезно, ребят, давайте так. Мы уже полностью забили рюкзак. Теперь нажми R, чтобы возвратиться на базу. Нажимаем. О, можно продавать вот тут вот, я понял. Продаем. И я получил 447 монеток. Твой ежедневный бонус готов. Нажми C, чтобы собрать. Ну, 50 рубинов и 50 сапфиров. Или как эти называются. Ну, давайте заберем. Забрали. Ребит. Реберт у меня только нулевой, ребят. Чтобы сделать реберт, мне нужно 250 тысяч коинов. Я понял, все, я понял. Мне нужно, ребят, тут очень-очень сильно качаться. Давайте мы сейчас сегодня просто, ребят, осмотримся в этой игрушке. И если вдруг вам эта игра зайдет, то мы, ребят, обязательно еще поиграем в нее. Но пока что... я даже не знаю, что. Ну, давайте мы пойдем, найдем какой-то магазинчик. Вот тут есть питомцы. Вау. Шляпы. И что-то еще есть. Вот, смотрите, тут вот... пишет цену за каждое дерево. Вот, видите? Вот я рубил в основном елочки. Они... за них 2 доллара. 2 значка только. Таум. Что это такое? Даже не знаю. Так, что это? Я только что...
увидел что-то, а что? Ага, я просто, короче, я понял. А тут у нас есть Waifu Bell. Можно что-то, ребят, вроде бы купить, прикупить, прокачать. Я не знаю, можно подточить топорик, не? Нельзя, ну ладно. Я понял, это, ребята, же... Вы понимаете, ребята, что это такое сейчас происходит? Это же база каждого игрока. Вот смотрите, вот тут вот таун какой-то с просто пустой базой. У него ничего нету. Вот это моя база. И тут можно что-то покупать. Смотрите. Что? Миллион нужно, чтобы апгрейднуть что-то. Вау, у меня нету столько. Так, тут есть питомцы разные. Ну, я... О, смотрите, ребят, эта шляпа вам ничего не напоминает, ребят. Вот посмотрите внимательно, вот это вот, вот видите? Очень-очень похожая на шляпу из Бисварм симулятора. Кстати, вот эту штуку тоже где-то видел. Это я видел в анбоксинг симуляторе. Мифическая шляпа или Гудли шляпа. Вроде мифическая шляпа. 1000 рубинов? Вау! Что так дорого-то? Вот тут вот я что-то могу себе позволить купить. Hello hat. Что это такое? Это типа нимб. Я понял. Шляпа обычная. И есть какая-то... Вот такой вот краб. Это что, питомец? Не, это шляпа, ребята, это все шляпы. Давайте мы пока что шляпы не будем трогать. Я хочу купить себе питомца. Я хочу себе купить какого-то хорошего питомца. А как их покупать? Это тоже уже вопрос. Шоп. Дорогие они, ребят. Очень дорогие. Вот тонко 2500 стоит. А что они дают? Честно, я без понятия, что произошло. Я что, монету выбросил? Да, они вроде бы не выбрашивал. Сейчас, ребят, покупаем хотя бы шляпу, ребят. Вот смотрите, вот такую вот шляпу. Во, какой я лесоруб сейчас. Крутяк. Теперь мне нужно что-то тут купить. Окей, мне нужно улучшать свою базу. Ну, в принципе, тут есть много чего интересного, ребят. Но пока что я вот очень-очень заинтересован в том, как купить мне вот эти вот пушки. Вот, 750 кристаллов. Где кристаллы брать? Пойдем-ка нарубим еще пару мелких деревьев. Опа, ребята, смотрите, что я нашел. Грибной Делве. Recommended Lumber Power. Нужна мне сила аж 800, чтобы вот тут вот, ребят, что-то копать. Так, я смогу что-то сломать? А как тут собирать-то? Ну, пока что я не шарю, вот честно. Вот, как собирать вот эти кристаллы? Пока что до меня не доходит. А можно эти коробки завалить? Может? Вообще ничего не собирается. Ладно, идем дальше. Что это за свечи? Ого-го, ого-го. Вы шо? Смотрите, какая красота. Опа, грибочки. Грибочки нельзя поломать. А как собирать? Опа, стоп. Я что-то бью. Давайте мы срубим вот это. Вот, вот эту вот штуку. Вот этот грибочек большой. Что? 4600? Вы что, серьезно? Издеваетесь? Вы хотите, чтобы я тут сидел вот это дерево? Нифига. Нифига себе, 5000 ударов надо нанести. Ну, если поставить в АФК режим, то можно, в принципе, как-то сломать. 6000, тут еще больше. О, чувак, я тебе помогу. Можно мне что-то? Дай мне, плиз, что-то. Дай. Уйди, уйди, оставь мне один грибочек такой. Что? Как он так быстро сносит эти грибы? Дай мне! Ладно, короче, я понял. Ребят, возвращаемся на базу. Нам нужно прокачаться. Окей, идем тогда мы рубать деревья. Так, смотрите, у нас тут есть вот такое вот дерево. Оно очень-очень, ребята, вроде бы дорого стоит. Или недорого, давайте мы сейчас посмотрим. Тут вроде бы есть. Вот, видите? Больше всего за вот это дерево дают, которое я только что сломал. Ладно, давайте мы еще такое найдем. Сухое дерево, которое вроде бы не жалко рубить. И которое более оплачиваемое. Так, что это такое? Еще одна локация? Серьезно, тут куча локаций, ребят. Игра просто затягивает. Смотрите, тут какая-то песчаная локация. Вау. Смотрите, что я нашел. Не, ну это круто, что все сразу открывается. Что можно разведать территорию, посмотреть, что к чему. Но, блин, я тут же ничего не сломаю. О, я сломал. 5 конфеток получил. Серьезно? И что эти конфетки дают? Давайте мы сейчас вот это дерево сломаем. Нет, это дерево трогать мы не будем, ребят. Мне оно не светит. Сегодня уж точно. Ладно, сейчас надо что-то еще найти. Может, какую-то коробочку, не? Короче, давайте так. Мы на этом будем останавливаться.
Если вдруг вам этот тайкон зайдет, если он вам понравится, друзья, обязательно ставьте лайк, пишите как можно больше комментариев, потому что мне кажется, что он действительно заслуживает для того, чтобы я его снимал, чтобы он был у меня на канале. Мне бы хотелось прокачаться как можно больше. Окей, ребят, вот такой вот ролик, ребят, получился. Если он вам вдруг понравился, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Гуф Гуф, всем пока, ребят, всем бай-бай.